Всем привет, любители животных! Большинство из нас любит животных. Что может быть лучше посещения зоопарка или семейного просмотра фильма о дикой природе по телевизору? Однако, существуют животные, которые несут серьезную угрозу людям, и таких лучше обходить десятой дорогой. К счастью, большинство из этих животных обитает в тропических широтах. При этом наибольшую опасность несут не акулы или тигры, а существа гораздо меньшего размера. Я составил список животных, которых стоит опасаться больше всего. Это действительно самые опасные животные в мире, многие из которых ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Приятного просмотра! Крокодил. Очень опасное животное, которое может легко убить человека. Крокодил нападает стремительно, и жертва просто не успевает защитить себя и отреагировать на атаку. Наиболее опасными являются нильский и морской крокодил. Каждый год эти животные убивают сотни людей в Африке и Юго-Восточной Азии. Болотный крокодил, американский аллигатор, американский крокодил и черный кайман менее смертоносны, но также предоставляют опасность для человека. Бегемот. Это массивное животное является одним из наиболее опасных в Африке. Бегемот очень агрессивен по отношению к людям, он часто нападает на человека, причем делает это без всяких видимых причин. Его неповоротливость весьма обманчива, разъяренный бегемот очень быстро и легко может догнать человека. Особенно опасно нападение бегемота в воде, они легко переворачивают лодки и преследуют людей. Скорпион. Это очень опасное ядовитое создание заслужило третье место в рейтинге самых опасных животных мира. Существует большое количество видов скорпионов. Все они являются ядовитыми, но только 25 видов этих животных имеют яд, который способен вызвать смерть человека. Большинство из них живет в южных широтах. Также они часто заползают в человеческие жилища. Как печально это бы ни звучало, жертвами скорпионов ежегодно становятся тысячи людей. Змея. Змея занимает почетное второе место нашего списка. Хотя и не все змеи ядовиты и опасны, но многие из них могут причинить человеку вред, а то и убить его. На нашей планете существует более 400 видов ядовитых змей, укус которых могут привести к смерти. Большая часть из них живет в южных широтах. Единственным положительным моментом является то, что змеи редко нападают без причины. Обычно человек неосторожно наступает на змею, и животное атакует. Комар. Сами по себе эти насекомые не столько опасны, сколько неприятны. Опасность предоставляет те болезни, переносчиками которых комары являются. Ежегодно от этих болезней на планете умирают миллионы людей. Среди этого списка такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, малярия, тулеремия и многие другие. Особенно страдают от недугов, разносимых комарами, развивающиеся страны, находящиеся неподалеку от экватора. Ежегодно комары заражают разными недугами около 700 миллионов людей на планете и несут ответственность за 2 миллиона смертей. Так что именно комар является для человека самым опасным и смертоносным животным на планете. А на предыдущей картинке был Роберт Дауни. Никто не угадал, сейчас будет фото полегче. Что за животное на картинке? Пишите свои ответы в комментариях и не забудьте поставить лайк под этим видео. Всем пока!